Иди ко мне по красной дорожке. Угу. Давай, я тебя жду, ты сможешь. Иди, давай, быстрей. Ту-ту-ту-ту-ту. Всем привет. Привет. Сегодня будем смотреть постройки, ну, новые постройки тебя. А ты себе ник Да, поменял я. только. Фрогджина. Ладно, давай начинать. Включи загрузку. Ну, быстрее. Сейчас, сейчас. Быструю, моментально, да. Первое это... Масс 573. Не понял, чего? Масс 573 вроде бы. Ну, короче, грузовик какой-то большой. Да. Так, давай тогда в него зайдем, посмотрим его. Ну, я вижу, ты тут над декором, да, постаралась вообще прям очень. А что он Даже умеет? мотор зарядил. Даже мотор сделал? Зайти Да. можно туда, к мотору? Стоп, Можно. чего? Ладно. А куда ты нажал, чтобы так сделать? О, нет, меня в тюрьме закрыли. Лесли. Нет! Открой. Закрой. Открой. Открыл. Все, нормально. Закрой. Так, ну давай начнем. Ну, В принципе. первое, что можно заметить, ну, если ты не хочешь говорить, то я буду. Что тут ты сделал колеса? Ну, построил побольше. Конечно, такие шумит, ну ладно. Дальше. Тут много декора. Есть двигатели. Как-то ты тут открывал дверь, но только я не смогу ее открыть. Тут есть мотор, и ты можешь меня тут закрыть. Ой, только не надо. Тюрьма. Я уже там был. Можно я покатаюсь? Ладно. Руля тут нету. Ну, это, в Катайся. принципе, нормально. Ну, просто места мало. Ну да. Ну, тут круглые Чтобы было детали, видно. и еще тут есть QE. Да. Это люк открыть. Иди туда, к мотору. Проверь мотор. У нас он заглох немного. А нет, стой, стой, у меня есть идея. Стой, стой там, где был. Иди внутрь машины и садись на второе кресло. Нет, открой шлюз. Шлюз открой. Так, сейчас все будет, короче. Мне нужно просто сюда залезть. Надо. Заглохли. Что? Мотор поломался. Ну да, сейчас я это делаю. Дым. Ты, кажется, понял, что я делаю? Дымовая шашка. Это не дымовая шашка. Сейчас, подожди, у нас целая история будет. Закрой шлюз. Все, давай. Вместо водителя мне. Короче, ездили мы себе так на грузовике. И вдруг я заметил, что у нас задымел мотор. Иди давай, мотор чини. Иду. Вон мотор задымел, иди его почини. Заходим, заходи. Давай, ремонтируй мотор. Я пока тут схожу и посмотрю сам грузовик. Все, починил? Да. Что теперь? Теперь ты будешь там сидеть всегда. Ок. Поехали. Все, меня нема. Я Ну, тут пропал. открывается шлюз, и можно много чего придумать. Например, друзьям сказать, типа, иди мотор чини. Они пошли, а ты их закрыл. Ну, как я сейчас тебя? Только мотор мы не починили. Ладно, сейчас я на базу вернусь. Мотор все равно-то дымит. Понимаю. Эй, так нечестно. А, там еще есть наверх проход. Ясно. Так, все, мотор у нас задымил опять. Ну и все, в принципе. Так, у меня еще есть Бугатти машинка. Конечно, маленькая, но ладно. Куда дым пропал? Рандом. А вот. Бугатти машинка Да. с рулем. Так, первое, что я заметил, это кнопки QE. О. А, Ну, этого я видеть не должен был, да? Ну, тут крутится руль при повороте, вот, от первого лица видно. У него есть ограничитель. Типа он до ограниченного количества только крутится. Потом возвращается обратно. Ну, кажется, как у Обамы, да? Я тоже сегодня его машинки смотрел. почти Просто он да. зашел. У него тоже там руль с ограничением был. На Ламборджини, что ли. Ну, и от первого лица выглядит прикольно. Ну, и может ехать. Сколько тут блоков? Шпателем выдели? Хочу узнать. Что, а сколько блоков? Да. Стою на месте. 795. До конца билд-робота доедет? Наверное. Садись вон. А, ну да. Расфиксируйте. Ну, поехали. Я не знаю, зачем ты себе впереди стульчик поставил. Там опасно. Но я там запасные сзади поставлю. Так, на всякий случай. Ого. Ну, если поломаются. Отправимся в наше далекое путешествие. Далекие земли. Я хочу попробовать ночь включить, и там будет красиво. Вот, ночью видно фары, прикольно. Ладно, я день включу лучше. Объезжаем камни. Маневрируем, заезжаем на камни. Вот колеса И просто сильные. камни вниз. А из каких блоков ты строил это? Просто надо. Из бетона. Фух, это хорошо. Если бы из пластика, то нам бы конец пришел быстро. Ну давай сейчас быстренько так пройдем. Я из Ой. пластика вообще не строю. Я только из пластика, кажется, строю. Блин, там колесо упало немножко. Ну, мы проходим вроде. Я не знаю, зачем мы это делаем, но. Золото получит. О, минус колесо. Ну, ты только заметил? Я же сказал. Ой, второе минус. Третий минус. Минус руль. Минус руль. Я Чего? управлять не могу.
отлично. Минус шапка у тебя, у меня есть. Тут просто механизм, ну, колеса легко ломаете. Ну, колеса, да. Видишь, вот зачем запасные стульчики. Минус стул. Я сейчас сдохну. Все, мое. Ну, у нас уже колес нету, мы в водку превратились. Рассетаемся. Я помер. Ты живой еще. Отличие от меня. Все, я на базе. А сколько ты построек приготовил сегодня? Она еще колеса так быстро поломала. Да. Она быстро поломалась, потому что там это колеса отвалились и все. А эта машина прочная. Да. А ну просто вот тут вот эти снаряды, которые летели, они пролетали вот так и задевали колеса. И когда колесо попадало, колесо с одного удара ломалось. Ну тут мы можем понаблюдать за механизмами. Руль поворачивается на сервоприводе и все. Там внизу сервоприводы. А это что за палка? Ты начал как Обама, что ли, наверху строить? Лампочки? Ты микро выключил. Ой. Не понял. Теперь меня слышно? Алло. Алло, слышишь? Слышишь? Да, уже да. А, ну я говорил, следующую постройку давай смотреть. Давай. Короче, что-то не так пошло. Еще одна машинка. А, я помню, где мы ее видели, когда я на танке. Таймера в виде этих. И что тут лампочки? Лампочки. Так. А мне да, лампочки. Ну тоже, да, просто машинка. Ну, я на декором не старался. Ну, типа тренировка в декоре. О, впервые вижу, на машине кто-то бензобак сделал. Хорошо. А зачем эта машинка? Стекло такое большое. И мы смотри, мы даже не в стекло смотрим, а мы куда-то вниз смотрим. Или это для первого лица? Вот от первого лица все нормально. От первого лица так езжу. Бум. Ауч. Это типа для первого лица ты сделал, чтобы мы в стекло не смотрели или что? Ну, вообще да. А, ну ладно. От первого лица значит надо смотреть. Вот я тут смотрю, прикольно выглядит. Куча стекло. Бум. Минус колесо. Опять? А у меня от первого лица ничего не видно. Ой. Ой, вот мы приехали. ДТП. А, я понял, что случилось. Минус колесо. Остановились в Мухосранске. Все, мы уже ничего тут не сделаем. Да. У тебя трассы никакой нету? Одно колесо осталось. От первого лица вообще так прикольно. Смотри, как колеса отваливаются. Как ты потом стоишь и ничего не делаешь. Так, мне рассетнуться тогда? Давай. Большой бутерброд. Ой, я увидел, как чьи-то запчасти разлетели. Хотя я только что проиграл. Я вернулся. Моя камера... Я тебе на стриму показывал. А, да, ты на стрим приходил, я помню. Но только мы тогда... Подробно так не рассмотрели. Во-первых, тут трава скользит. Так, а вообще, это для самолетов, да ведь? Ну да, самолет не поместится, наверное. Расфиксируй, пожалуйста. Стой, помнишь, у тебя был самолет? Он у тебя остался? Да. Загрузи его? Надо. Расфиксируй. Открой люк. Открыл. Красиво открылся. Можно я сяду на крест пилота? Так, теперь скажи мне, как летать, и все. Давай я в Дискорд напишу. Давай, жду. На какую кнопку просто скажи? А, я понял. Я написал. Так. Ну, два запаса ракет. Четыре, даже шесть. А, да, вон я вижу, там еще клавиши есть. Так, сейчас тогда лечу. И ты сейчас готовься включать аэропорт свой. Загружай аэропорт. Загружай. Жду. Всё, загрузил. Летим на базу. Так, сейчас я там упаду где-нибудь. Сейчас вот супер мягкая посадка. Не переживай. Впервые буду сажать самолет на площадку. Да. Ай! Не туда нажал. Ё-моё. Супер мягкая посадка, как и обещал. Можешь там фиксацию, убрать коллизию. А то этот, супер мягкая посадка, немного самолет повредила. Что? Сколько? Посадка 10 из 10. О, спасибо, старался, впервые. Нет, это там не везде коллизию убрал. Можешь еще чуть-чуть убрать, у верхних боков более. Не удаляй, убери коллизию. Эх, взял пол ангара, разобрал. Давай я заново прилечу. Тут там пол ангара разобрал, уже нет смысла смотреть. Сейчас лечу. Подожди, сейчас скажу, когда. Ну, сейчас постараюсь помягче приземлиться. Так, загружай. Загружай. Если хочешь помягче, то нажми на N нашу. N? Русскую? Да, на C або на N. Ой, M. Сейчас все будет, не переживай. Нормально. Ой, человек раздавил. Неплохо. Для первого раза неплохо. Для второго раза неплохо. Так, все, готово. Самолет есть. Давай посмотрим саму площадку. Давай. Тут у нас трава, которая очень больная такая.
не сломаешь. Камни, деревья. Ну, короче, военная база. Секретная. В тропическом лесу. Типа, да. Открывается красиво ангар. Еще один ангар. А вон там тележка, или это отсылка на какую-то машинку твою? Ну, тут вообще могут быть самолет поломатый. А вот это что за магия? Это камень. Не, ну а почему тут пещера целая? Это для аборигенов. А, ладно. Отмазка, супер. Так, сейчас попробую. Ангар может? А, я уже всех их открыл. Так, уже. Куда можно нажимать? Что... А колесами можно ехать просто? Колесами. Может тогда у ракеты, которая вот эта, поменьше скорость поставить? Сейчас. Хотя ладно, давай. Залетаем в ангар. Сейчас, подожди. Секунду. Припаркуемся. Так, так. Закрываем. Закрывай, давай. Давай. Блин, тебе нормально припарковался, думаю. Ой. Хорош. Сейчас все будет. Теперь давай. Все нормально. Теперь осталось мне из самолета вынести. Стой, можно я выйду? Открой дверь. А, типа, ну ладно. Не знаю, как мы там прошли, но ладно. А что это за цифры тут? И какие-то кнопки. Я люблю сфотки. Там будут цифры. Может, типа, километры. Не, ну а зачем цифры? Я не знаю. Я просто не понимаю, что они тут стоят. Ну ладно, все деревья одинаковые, идеально. Так, ну, это цифра 2, да? Я думал, за это просто. Так, ну, думаю, тогда будем... Стоп. А тут мы... Тут еще песок красиво стоит. Да, это что-то частица земли, ровная линия. Зеленая вода. Зеленая вода. Ну, тут красивый переход в воду именно. Если не учитывать вот эту зеленую полоску. Так. Ну, думаю, тогда... Ой, я чуть не проиграл. Думаю, тогда можем смотреть еще постройку, если ты готовил что-нибудь.